А вот это что такое? А, Райд, я только что отсюда вышла. Совсем. Только что вышла и тут же забыла, откуда я вышла. Ладно. Хочу показать. Вот это вот. Я взяла карту даунтауна. Вот тут все написано, что куда. Ладно, пока я ее смотреть не буду. Ок, знакомая девушка какая в желтой майке. Тра-та-та. Так. Чем там нас кормят сегодня? Чем там нас... Не буду по-плохому, я буду по-хорошему. Ой, какое красивое кафешко. Да, вот это вот, вот эту темочку можно такую взять и свое кафе где-то там в нашей стране вот так вот типа этого украсить. Очень все просто. Самое главное, что очень ярко. Не знаю, меня лично привлекают краски. Я очень сильно реагирую на краски. Мне в жизни красок почему-то не хватало, мне так казалось. И я сюда приехала и все, понакупила кучу красок, все раскрасила, что можно было. И вот где не иду, везде вижу краски, и мне все это очень-очень нравится. Вот тут барчик, тут суши. Хай. Тут вон мальчик такой красивый делает суши. Вот рыбка. Хай. I'm good, and you? И прямо вот тут вот при тебе тут же сделает вкусные суши. Так, дальше. Здесь... Не знаю, что сейчас я покажу, посмотрю. Посмотрю и покажу. Dining room, на втором этаже dining room. Hello. Я не вижу. Так, тут тоже что-то делают. Hello. Ага, тут тоже что-то готовят, прям при тебе что-то жарят. Наверное, картошку, как всегда. Так, в туалет я не пойду. Мне туда не надо. Вот это вот, не знаю, что это такое. А это, по всей видимости, расплачиваются с официантами. Это пластик, по-моему. Ладно, на второй этаж пойду. На второй этаж пойду. Что там на втором этаже? Да, не вру. Итак, я пока поднимаюсь на второй этаж. Такая дурочка, хожу, радуюсь, вообще непонятно чему. Такое все красиво. Заносит. Еще не пила, уже заносит. Итак, вот сверху вот этот же красивый дяденька, который делает суши. Готовится. Скоро я приду. Но суши я не ем, конечно. Вот ваза. Очень просто раскрашена. Но такая яркая и так хорошо выглядит. Какой красивый данин. Данин это обеденный. Обеденный. Еще вот один дядечка. Тоже что-то делает. Я пойду сейчас с ним, пойду с ним поздороваюсь и спрошу, что он делает. А это тетенька. Hi. How are you doing? I'm wonderful, thank you. And you? Так, вот это кальян. Нет, это не кальян. Это такая фигура девушки. Такой. Ой, какая ваза замечательная. Ну просто прелесть. Как мне эти краски все нравятся. Ага. И на втором этаже здесь вот можно сесть возле окошечка. Угу. Все такое красиво. Вон кораблик, пойду сейчас покатаюсь. Как же это без кораблика? Такой вкусный цинамончик. Свеженький. Вот так и накормили. Может, еще напоят. Как здорово. Красотища. Все, пока закрыто. Все накрыто. Ждут людей. Все уже готово. И все накрыто сверху, хотел сказать, простынками. Ладно. Доедаю свой цинамончик. До свидания.